Мечта автомобилиста – зеркальная гладь асфальта без ям и выбоин. Не просто хвастать, но и ездить по таким дорогам скоро будут жители Черногорска. В городе почти на месяц раньше запланированного стартовал ремонтный сезон. Зеленый сигнал рабочим дала теплая погода. Сейчас стройбригады уже вовсю развернулись на улице Мира. Объем работ очень большой. Итак, сейчас у нас идет демонтаж. И сзади ребята монтируют сразу же бордюрный камень. После этого укладываем асфальт, при этом не перекрываем вторую полосу, чтобы движение потому что большое. Дорогу хоть и не планируют закрывать, но рабочие все же просят водителей выбрать другой путь для движения. Говорят, тогда справятся быстрее. А торопиться им есть куда. По федеральной программе «Безопасные дороги» строителям нужно откапиталить еще 5 участков черногорских дорог общей протяженностью около 7 километров. На обновление дорог в рамках нацпроекта в этом году Черногорску из федерального бюджета будет выделено около 80 миллионов рублей. Плюс еще почти 6 миллионов добавит уже сам город на ямочный ремонт. В новые бордюры, сплошное асфальтирование и хорошую разметку готовы вложиться и республиканские власти, которые выделят на это дополнительно еще 14 миллионов. Итого на дорожные ремонты Черногорск в этом году потратит около 100 миллионов рублей. Впрочем, только асфальтированием благоустройство города не ограничится. Пускай плиткой все уложат. Тут летом с детьми много сидят мамаш и голубей кормят. К скверу «Крылья Победы» строители тоже уже приложили руки. Большая часть работ запланирована по федеральной программе комфортной городской среды. На месте старого асфальта появится тротуарная плитка, появится новое освещение. Постамент, с которого взмывает ввысь самолет, облицуют керамогранитом. А еще специально для этого сквера в Москве изготовят 8 памятников героям-черногорцам. В этом году мы делаем 2 дорожки прилегающие, а на следующий год по этой же программе будем уже доканчивать благоустройство этого сквера, все остальные дорожки. Сюда же мы поставим детскую площадку, площадку для уличных тренажеров. И, в принципе, завершим полностью благоустройство этого сквера. Работать строителям придется, засучив рукава. Столь же масштабно в городе угольщиков отремонтируют еще 6 скверов, в том числе в Пригорске и 9-м поселке. Под обновление также попало 8 дворовых территорий. Городской уют обойдется в 28 миллионов рублей. Юлия Свинцова, Дмитрий Парахин, РТС.